Авиан Продакшн. Всем привет, с вами слегка бухой Авиан. И сегодня будем продолжать игру под названием Зона Пайпхед. Кто помнит, я очень давно делал видео на эту тему, и давайте же приступим. Мы не прошли эту игру до конца, поэтому сегодня я решил взяться основательно за эту игрушку и, конечно же, ее допройти. Ну и в итоге мы откроем вторую концовку, которая приведет нас к истине и раскроет нам глаза на всю мощь. Так, кстати, что-то я раньше не замечал, что деревья какие-то пиксельные. Я же говорил в первой части графика на PS1. Вон он сидит, черт. Так, давайте вспоминать прошлую часть. Что я как от него убегал. Вот так, по-моему, я убегал, да? Мне сейчас надо будет найти ключ на свалке. Первым делом бежим на свалочку, ищем ключик и дело с концами. Бежим на вышку, а затем бежим куда-то там. Я уже не помню, если честно. Ключ, 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 ключ. Тейк. И побежали. Я хотел еще сказать, что как бы эта игра уже устарела. То есть на момент записи этого видео игра не представляет никакого интереса у остального общества, которое сейчас таки смотрит этот ролик. Ну, может быть, кто-то... Я просто дал слово, что я сделал продолжение этой игры. Ну, знаете, как я обычно, типа говорю, вот, выйдет продолжение того или иного ролика, и я просто забиваю на это видео. Точнее, на продолжение. Сейчас я хочу измениться в лучшую сторону и делать продолжение... моих долгов. То же самое касается SCP, Outlast, о, капец. Ну, ничего страшного, сейчас мы откроем сундук, а там будет лежать... Я уж, если честно, не помню, что там лежит. Ой, тихо. А тут у нас монтировка. Или же лом. Ну, по привычному названию монтировка. Потому что лом это металл. Вот он. Во всей красе, кстати. Во второй части его можно разглядеть. Охренеть, как он быстро передвигается. Я-то думал, ну, как я примерно передвигаюсь. Эта игра проходится, ну, брасом, она как бы... минут 10 примерно уделяется этой игре, чтобы ее полностью пройти. Я засекал время примерно прохождения. Минут 14-10, где-то так. Ну, время варьируется от того, как ты умеешь играть, что ли. Или как это... по-другому можно объяснить. Ну, в общем, нужно вырабатывать скилл в этой игре. И как касается любых игр, решает все скилл. Я думал, там какая-то живность пробежала, но это ветка на самом деле. Ну, графон реально PS1. Что еще могу сказать? Вот та самая лесопилка. Здесь, по-моему, сейф-зона. Он не может меня достать. А тут, собственно, где-то это... А, да, проход. Теперь его нету. И тут... болторез. А болторез мне для чего нужен? Я уже забыл, что там. Так, сейчас мне нужно бежать на КПП. КПП у меня находится в той стороне. Значит, бежим, придерживаясь южной стороны. Для того, чтобы меня не схватил трубоголовый. Все делается очень грамотно. По моим каким-то квантофизическим расчетам, нужно бежать именно так. Что я несу, я уже не знаю. Ну, чисто, знаете, чтобы атмосферу тут не нагнетать, я решил немножко выговориться насчет этой игры. Ну, что могу сказать, игрушка реально годная. Мне все-таки интересно, что же будет в самом конце. Спойлер, прохождение я не смотрел ни на одном канале, который люди занимались прохождением этой игры, поэтому мне будет самому интересно. Я думаю, многие из вас после первой части решили посмотреть продолжение, и поэтому... сделали это, ну, таким продуктивным способом. Зашли на YouTube, там требуется ключ из сундука номер 2. Так, теперь у меня есть доступ к этим воротам, что есть хорошо. Трубоголовый я хрен знает где, но мне нужно бежать ровно в этом направлении. Я давайте сейчас маркер выставлю. Так, трубоголового я не вижу. Самое главное сейчас не попасться просто на его ловушку Джокера. И мне нужно пройти вдоль этого берега. Это будет как раз таки не совсем легко. Потому что он может как раз таки на берег выйти. Мало ли его приспичит к причалу подойти вплотную. Ну и совершить свои злодеяния.
Все. Я на другом берегу. Надеюсь, здесь трубоголовый меня не достанет. И первым делом я иду вот сюда. На карте домик в лесу. Требуется лом. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Нет, трубоголовый, не сегодня. Не сегодня и не завтра, и вообще никогда. Но тут какой-то повышенный фон радиации. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, ребят, это мой косяк, извиняюсь. Трубоголовый меня, походу, поймал. Да. Давайте рекламу посмотрим. Я заспавнился прям возле его подножья. Можно это так называть. Я сейчас хз, в каком направлении он пошел, двинулся. Это только на монтаже можно будет вычислить, так как я сейчас вообще не слежу за ним, за его передвижением. Моей задачей сейчас добежать до магазина будет. Возможно, может быть, магазин будет открыт. Да почему? А, у меня стамина закончилась. Ладно, я буду передвигаться таким вот птичьими шажками. Хотя давайте дадим дёру, что ли. И как раз я вплотную подбежал к магазину. Сейчас самое главное найти вход. Благо он тут. Он тут, он тут. Так, так, что мне делать? Что на магазине есть? Крауч. Твою мать, отсюда нельзя. А, можно, 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 можно. В магазин, быстро, быстро. Так я в магазин забежал. Ну, сейчас, да ну, не хочу сначала. Так, а сейчас будет самый ответственный момент в моем прохождении. Нужно будет добежать ровно до лодки. Затем вернуться на лесопилку за ломиком, монтировкой. И, собственно, с монтировкой и с веслами уплыть нахер на другой остров, на котором он со временем появится. Так, он меня увидел, нет? Надо держаться западнее от него. Приблизительно, по моим подсчетам, у него траектория движения это вдоль берега. Хотя хер его знает. Мне уже это не нравится, знаете ли. Он может быть где угодно. Меня этот момент очень сильно волнует. Нужно бежать. Ведь по-другому никак эта проблема не решается. Так, я бегу уже, не знаю, что делаю. Собственно, эта тварина не дождется. Где? Порт. А, твою мать. Он в мою сторону идет. Так, отлично. Ой, чё уже несу, отлично. Какое отлично, это очень плохо. Надо спрятаться на свалке. Или он как идет? Интересно, я даже не знаю, как он идет. Отлично, он пошел в ту сторону. Я могу выиграть время для того, чтобы поставить весла. И придется потом вот так в обход бежать. В этой игре еще нужно очень хорошо уметь думать. Ведь если этого не делать, то трубоголовый засунет меня в свою трубу. Лодка у нас активирована. Значит, сейчас я иду вдоль берега, так как это более-менее плюс-минус безопасная территория. Как раз параллельно лесопилке я иду. В воду я не могу зайти. Ну, правильно, мне там делать нечего. Ой-ой-ой, он рядом где-то был. Давай, чувак, у тебя хватит сил добежать до лесопилки. Ну, почти хватило сил. Сейчас на своих двух надо будет добраться до лесопилки как-то. Давай, чувак, я в тебя верю, я верю в тебя. Есть. Лесопилка. Подкопим стамину. И нужно будет выждать момент, когда можно будет уже драпать. Так, а где он? Ладно, я побежал. Буду бежать короткими такими перескоками. Потому что если он меня накроет, то я психану и не выложу это видео.
И кто его смотреть тогда будет? А я уже не знаю, кто его посмотрит. Вот он, вот он, вот он. Он меня не увидел, отлично. Так, он там сейчас. До причала два шага. Два шага до причала. Надо успеть. Давай, давай, чувак, давай. Тейк. Отлично. Я перебрался на другую сторону. И как он меня убил? Так, бегом, 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 бежим. Сюда. Тейк. Отлично. Ключ из сундука номер два. Где эта тварь ходит? Сейчас самое-самое опасное будет. Это добежать до той стороны. Он где-то поблизости ходит. Я не пойму, где только. Так, быстро, пока есть время. Давай, на другую сторону. Беги, беги, дебил, беги. Все. Есть. Теперь на КПП. С ящиком, который нужно будет открыть сейчас. А что будет в ящике, я даже не знаю. Может быть, это будет ракетница, может быть... какое-то стационарное оборудование, а может быть вообще ядерная боеголовка, чтобы нахер стереть этот кусочек с лица земли вместе с этим чудищем и его прихвостнями. Ну, по-любому его же кто-то создал. Это лаборатория. Неудачный эксперимент, который вышел из-под контроля. Теперь тут в лесах России водится. Я даже не знаю, что это. На тайгу это не похоже. Какой-то сосновый бор, хотя это даже не сосны. Мне осталось буквально два шага. Миновал я деревья. И то же самое миновал ворота. Отлично, остается вставить ключ, ключ в кейс. И тут будет шотган. Ну что, твари, ты готов? Я тоже готов. Сейчас самое главное, это выстоять просто. Можно, в принципе, по округе покататься. А можно и выждать момент. У меня есть 5 патронов. Нет права на ошибку. Каждый патрон отвечает за мою жизнь. Есть. Я его убил. Я убил этого гада. Офигеть. Офигеть. Не, давайте я не буду на него засматриваться. Просто вот так посмотрите, ребят. Вот так он, собственно, выглядит. Красиво, да? И пора сматываться, я думаю. Так как больше в этой игре ничего интересного не будет. Ну и ожидать от нее нечего. Сыроватенькая игра, но очень, кстати, интересная. Я бы даже сказал, дал бы балл этой игре по шкале, по пятибалльной. Стоп, он ожил. Дал бы балл. Ну, 4 из 5 примерно. Подожди, стоп, а чё, я не прошел игру? А, ну короче, я его завалил. Все, ребят, я думаю, на этом мы завершаем прохождение. Если что, в монтаже вставлю там третью концовку. С вами был Авиан. Всем спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Всем удачи и всем пока.